Доброе утро всем, ребята. 27 января, пятница. Ну что, готовы? Уже в Роби, нам 20 километров тут доехать. Поставили там паркинги. Спокойно, он даже под камерой, как я говорил. Следов вокруг машины нету, баки чистые. Ну, в том смысле, что чистые, что нету топлива. Вообще просто нормальные. Все в порядке. Как и было, 28% у меня. Куда едем? Увидите сами. Непонятно, там какое-то поле, какая-то стройка или что там, фиг его знает. Ладно, сейчас я уже страну открыл, на молоточках жду ребят. Так что погоним наших городских. С Богом! Идет. Да, начинаю движуху. У меня задом она не идет, ребята. Может, продвинься вперед, Валера, и Володя, ты тоже за ним продвинься чуть-чуть. Я пробую. Пошла, родимая. Вот, давай назад на его место. Там есть речка, не видишь? Подрегулирую.
Не останавливаться нельзя, походу. Не останавливаться нельзя, походу. Сейчас попробую. Я знаю, что, блядь, вы там не развернуться. Там я сейчас не смогу. Ошибись, застряли опять, блин. Блядь, ну ёб твою мать, блядь. Ой, сори. Пошли, короче, мы. Валера, я на следующем месте встану. Вот такая вот, блин, фигня, ребята, да? Ну ничего, выскочи. Валера, подойди, встречка идет. Выскочили. Володя, я на следующей остановке автобусной буду. Давай, давай. Здесь мы встали. Куртку снимем заодно. С моей стороны где-то метров 500 еще машина только. Если есть возможность, выезжай.
Ну вот так. Если вышел, то нормалек. Сейчас вот мимо меня будут три машины проходить. Выехали? Лес в канале? Да, я стою на остановке, на следующей. Да-да-да, я слышу, я стою на остановке на следующей. Давай, выезжай. Погнали, ребята. Выезжай, говорит, блин. За тобой машины тут, говорит, выезжай. Володя. Не, спасибо вот за помощь, блин, но... Вот, говорит, открой, говорит, дверь, окно, блин. Я же тебе не слышу, не надо никогда кричать, надо показывать, куда руль. Я это еще с паромов помню. Я знаю, что у меня там... Не идет, куда ты руль не крути, задом или передом. Взял лопату, набросал с этих кротиных. Со стороны. Что-то они мигают. Полиция, что ли? Что там, полиция, что ли? Колеса набросал от кротов эти кучку. Или менты стоят, блядь. Эти менты стоят, блядь, я сука, специально в термозу подойду к ним. Вот как нам туда проехать на загрузку? Ладно, ребята, едем. Что-то там будет. Хочет к полиции подойти. Не знаю, я бы ехал дальше. Тут-то полиция может и не знать, там еще фиг его знает, сколько километров. Короче, начало веселое. Вообще этот рейс очень-очень веселый. Там такое место погрузки непонятно. Говорю, там какое-то поле. И.. На гугле вообще непонятно, какой-то мототрасса какая-то, фиг кого знает, короче, что там. Может, гугл старые вещи показывает, знаете, все может быть. Сейчас у меня видос сохраняется еще один. Сегодня, наверное, 300-й юбилейный вышел, будет выходить. Они там будут тормозить движуху в городе, что ли? Впереди населенный пункт, говорит. На скорость ловит. А, там пару... Заправочка. Я бы хлеба купить. У меня хлеб этот зачерствел. Ну ничего, я суп вчера сварил.
нормально так с этим хлебом. Кусочками ломаешь, знаешь, как это, с дранками. С драниками, как они. Через 2 километра только налево. Ребята уже паникуют. Блин, да что там паниковать? Едешь и едешь. Не надо, грузовик выходил, блядь. Нам туда не надо. Вот тут вот, зачем паниковать раньше времени? Вот это я понять не могу. Вот. Вроде взрослые ребята, но паники у них хоть отбавляй как-то. Я даже не знаю, это как назвать, паника или нытье. По мне так, если ты выезжаешь на дорогу, вот надо поворачивать на дорогу, да, которая у тебя уже опасна, ты не знаешь, что там дальше, вот тогда нужно остановиться. Вот возле Максима стоял, блин, отдыхал. И тогда вот остановился и начинаю уже там... Ну, Володя, будем пробовать поворачивать как-то, блядь? Конечно, а как по-другому? Ну, а что остается? Другого маршрута нет у нас. Как-то... Все будет нормально! Нас трое! Я когда перед поворотом останавливаюсь тогда и смотрю, что там за дорогой, как дорога, какие есть варианты проезда. Если там смотрю, выезжает, например, машина. Грузовик идет, по-моему, или нет? Спрошу у него. А так заранее... Не, заранее надо как бы ситуацию чувствовать. Блин, столько мата, ёпарасы ты. Чувствовать ситуацию. Пути отхода, так сказать. Там прямо, например, никак нельзя ехать. Там какой-то знак стоит, по-моему. Хотя, ну да, через 250 метров. Вот Икея. Или это мост там? Не, ну там вряд ли мост. С этим самым. Что он там, блин? А, он хотел сюда сначала повернуть, что ли? Это Валера так по встречке повернул. Ну да. Походу, да. Перепрокладывать, мы же едем нормально. То ты, блин, тормозишь, блин, то ты раньше времени. Показываешь, я еще не доехал. Он мне уже говорит, перепроложить. По поселочку, я надеюсь, здесь... Ну, не было здесь знака, что запрещено. Короче, веселуха продолжается, как обычно. Меня тянет на приключения. Не то, что там какие-то косяки, не, на приключения. У меня пока еще не тянет на такие безвыходные ситуации, знаете, как типа приехал и все, и встал, и никак. Типа, знаете, U-образный перекресток вправо, блин, острый угол, ты заезжаешь туда, еле-еле передом, а там хобана, а там все. Закрыто, блин, движуха. И как ты задом выйдешь? Вот это, блин, да. Вот это уже засада. Такие перекрестки. Ну, я думаю, что
Никто их не любит. Оба-на. Но там я не поворачиваю. Я тогда выхожу, осматриваюсь, смотрю дорогу вперед, чтобы оттуда повернуть. Просто бывает очень-очень узко. Вот подозрительно трактор сейчас оттуда идет. Подозрительно оттуда идет трактор, да? Вот. 11 километров. Если там будет снег, блин, поле, я не поеду. Это точно, однозначно. Ну, будем надеяться, что там хотя бы такая будет дорога. Потому что если будет снег и поле, я не поеду. Потому что у них колеса хорошие задние, они говорят. А у меня, блин, вот такие вот колеса. Ну, не пошла бы земля, достал бы цепи, бросил бы цепи под колеса или коврики резиновые эти. Варианты есть, но это если там тебе надо несколько метров проехать, а не это самое, не 10 километров. Свадьбу собираем за собой. Вот интересно, если бы вчера вечером сюда поехали, что бы тогда случилось? Я там уже дальше обочины, я туда не поеду. Хотите, обгоняйте. Хотите, не обгоняйте. Дальше встречная идет, легковая. Мы идем по краю обочины. Вот. Или... Там кто-то пропали. А нет, ты очень отстал. Ничего я не отстал, нормально я еду. Ты, я сзади тебя еду, я тебя вижу. Я не отстал, Володя. Я еду за тобой. Так что не переживай. Короче, куда-то мы тут приехали, какая-то тут база, полигон. Я вот так и смотрел по Гуглу, что там какая-то тренировочная база, что-то для НАТО,
Фиг кого знает, мама, не горюй. Ребята пошли туда, что-то там спрашивают. Ну ладно, пускай идут. А что там троим ходить-то? Ну вот крановщик приезжал, говорит, я еду вас грузить краном. Слушай, если краном, то это получается через крышу будет грузить? Да. Интересно. Ну, поедем. Поехали дальше. Надеюсь, проедем. Останавливаться. Блин, тут лед. Ну, блин. Ой. Лучше я по этой дороге буду ехать. Пусть меня трясет, чем иду вправо на лед. Он говорит, по этой дороге же все едут, но только когда снега нет. Короче, все весело. Ха-ха, ёпарасыта. Вот это вот прелести нашей работы. Понемногу едем. Там какой-то мост, но мне что-то казалось, что там туннель. Вот он как раз едет. Наверное, в 9 часов там начало планируется загрузки. Надо будет тиршнур снимать. Крепить, я так понимаю. Сейчас шли троем, сейчас идем четвером вместе с крановщиком. Пока не я проскальзываю, блин, колеса конкретно. Да. Чуть-чуть притопишь больше тридцатника, сразу колеса начинают скользить. А до точки нам еще 6 километров. Ну я, конечно, уважаю. Видимо, натовские контейнера, скорее всего, натов что-то, блядь. Я, конечно, уважаю опытных, но, честно говоря, меня поражает. Вовка, вот тут карасика поплавить, блядь. Но поражает, как он. Я уже говорил, да, вот это вот. А ты что, блядь, меня не слышишь, что ли, опять? Паникерство заранее. Я слышу.
тот мостик. Там другой будет мостик. Налево нельзя, полигон. Тюн-тюн. Направо можно грибы собирать, как Валера говорит, карасиков ловить. А налево, блин, лучше не ходить. Там, наверное, стреляют. Зима, холода. Не, ну только 0 градусов, в принципе. Мы идем вдоль какого-то озера. Пам-парам-парам-парам. Причем озеро, блин, на территории полигона. Может, здесь подводный флот или это болото? Похоже, больше на болото, чем на озеро. Особо не вижу. Может, там дальше оно еще? Нет, по-моему, тут было когда-то озеро. Ну, обратно круженым хоть пойдем. Там уже Валера за поворотом, я вижу. Да, интересно, что, поскольку я в Риге буду, мы, кстати, берем груз, идем на Ригу, на оба, все троем, вернее, оба, все вместе идем на Ригу, на порт, Саркандаугаве. Танком ехать нельзя направо, показывает. Вот так, блин. Лера уже какой-то сопровождающего должны дать нам ехать, я сюда не поеду. Как-то я вот все с этим спокойным. Пошел бы на проходную, показал бы точку, куда. Они, кстати, так и ходили, им сказали, это не наша территория. Так а что паниковать? Дорога здесь широкая, нормальная. Ну да, здесь не асфальт, здесь этот, как утоптанный. Ну, я по таким дорогам по Беларуси покатался. Я вообще как-то не боюсь. Я не говорю, что я вот такой крутой. Ну, как-то, блин, я бы даже здесь на ночь остался бы, стоял. Да. Главное, чтобы потом двинуться можно было бы с места. Надо, блин, иметь все-таки решетки. Эти самые. В машине. Такие. Бросаешь под колеса и... Или типа сетки какой-то, чтобы уезжать. Вот эта машина впереди нашла, уже возвращается. Полигон. Там стрелочкой было написано, что слева полигон. И там видно проходная. Пост КПП. ПП, пропускной пункт. Чувствую, мы тут застрянем. Тут груз надо будет все раскреплять, крышу открывать, потом груз крепить. Блин,
хочется под... днем заехать в Ригу. Ну, хочется это одно, а надо это по-другому. Надо, нужно, требуется. Но все равно интересно, правда, ребята? И втроем тем более веселее, что там паниковается. Голова что-то подняла. Так что ладно, приеду на место, расскажу, что и как. О, блин, со мной америкосы начали общаться. Единственный, кто по-английски типа здесь разговаривает. Бывает. Все, главное мне поехать. Машина поехала, вроде начинает движение. Фу, дела. Ну да, они не разговаривают. Литовцы. Надо проехать. Но хотел, чтобы я один. Я предложил, что мы втроем туда сейчас поедем, развернемся. И тогда на наши места они пускай едут. Тогда будет нормально. Сейчас главное в канаву не упасть. Опять схватил комплимент от американского военного. Вот этот первый стоит. Цепи проверяли у него, как у него там все закреплено. Там какие-то кухни здесь. Валера почему-то решил так задом заламывать. Я думаю, я передом заеду, потом задом сдам. У них колеса получше, чем у меня. В общем, дело. А я, наверное, буду передом заезжать и потом задом. А, не, бля, Валера хитрый делает. Он хочет там и остаться. Ты хочешь там остаться, ты разгон будешь брать? А, понял. Блин, там в первом машине никого нету. Надо было попросить, чтобы он дальше проехал. А, дальше проехал, не проехал. Ему говорят, смотри, по идее, вот этот белый сейчас должен грузиться, да, был? Белый. Поехал, другой грузится, похуй. Потому что там никого нету. Ну, так, блядь. Так в кабине никого нету, блин, я не знаю. Да потому что долбоёб, куда все? Я на той синей машине, мне похуй, я поеду за синей машиной, я ее запомнил. Нет, я ему так и сказал, что мы за ним. Я потом подойду к этим воякам, скажу. Просто у меня сейчас, блин, встать негде, блин.
съебал куда-то или ты ближе подъедь к нему? Блять, я боюсь, что я стартануть не смогу. А, ну хорошо, ладно, я блядь, сейчас как бы, я боюсь, что я сейчас не расконтурю. А я на твоем месте сейчас повернул бы направо, блядь. А ёб твою мать, я ебу, чё делает нахуй. Я бы на твоем месте направо повернул бы, блядь. Жопой туда сдал бы, там колеи нету, там какой-то одна легковушка. А налево что, нельзя повернуть? Ну или налево, но тебе проще туда затекать, знаешь почему? Потому что оттуда стартовать под горочку. А, хорошо. А тут ты жопой под горочку затекаешь, и с горочки... Да, я понял. Проще будет. Туда направо и потом? Да. Давай ближе езжай, блин. Володя, езжай ближе. Видишь, блокировка? Вот сейчас назад надо вставать. Ну сейчас-то не надо. Ладно, побуду пробовать. Война войной, обед по расписанию, блин. Я сейчас сижу и думаю, порвут они нам ТЭЦ, кто будет отвечать за это? Ты. Дима Интереса спрашивал, когда брал тот заказ, что будут грузить, какой материал? Он хоть интересовался, бля? Все правильно, все это делается на месте. Но, хорошо, они будут крепить ремнями. Хотя здесь должны быть сейчас, цепи секунду. Для техники. Подожди, это легковые ремнями еще, ладно, бы закрепили. А грузая эти, бля, я просто не представляю, бля. Как они ее загонят? Хорошо, загонят. Но она же, бля, там, ну, нереально просто. Ну, крепить будешь ты, а не они. В том-то и дело, я буду нести ответственность за новый прицеп. За технику. Если они порвут... А как они тебя порвут тент? Ты же будешь с открытым тентом грузить. Будем грузить какие-то кухни, наверное, на колесах. Так что и потом на Ригу, в Смилгравийский порт. Ну, этот... Ну, за Монтесом, который порт. Где мы с тобой, помнишь, рвали... А где наши шашлыки как-то ездили? Там, в том районе. Так что я не знаю. Только русские могут сказать, что точно не приедешь, наверное. Не знаю, Наташа, ну как мы закончим, во сколько меня закончит грузить, блин, закрепимся, во сколько поеду, во сколько мы будем выезжать, я буду знать, буду я вообще до Риги доберусь или нет сегодня. Потому что у меня рабочее время же заканчивается, грубо говоря, 10:30. Вечера. А ехать до Риги там 7 часов. И косно. Может, я в Ригу где-то заеду где-нибудь, стану на границе. Я даже не знаю. Во двор я точно не приеду на машине. Одну машину загрузили Валерину, блин, общими усилиями. Теперь будет Володя грузиться. А потом уже буду грузиться я. Рядом с танком, блин, прохожу. Все как положено.
сейчас буду я швартоваться заново. Куда ты поехал?